Кажется, Москве 412 стоит. Так у дедушки моего покойного был в деревне. Сейчас рассмотрим. Мать посмотрит, тоже узнает. Только у нас желтого цвета был, но вообще похоже. Сейчас подойду, рассмотрю поближе. Сейчас посмотрим, он не он. Издалека он вроде. Ух ты, номера такие же. Ну точно, блин, Москвич 412, ё-моё. Первая тачка, на которой я даже учился ездить в деревне. Сейчас салон посмотрим. И мать ездила в деревню. Вот она, классика ретро. Ну-ка, салон посмотрим. Ну точно, руль оплетённый, ё-моё. Салон точно на этом и учился. Это воспоминание ретро, блин. В гараже стоял дедушка постоянно. Ой, эти точно. Ну-ка, передние фары. Эти любил, как она? Поворотники. Осталось посмотреть фары. Знаю, круглые должны быть. Ну точно. Даже номера-то похожи. Там 4 у нас. Село было не так, но там 4 было. Цифр. Наоборот, почему-то много номеров было. Цифр. А тут 3. Тюменская область. На такую большую область, наоборот. Ну здесь буквы зато будут. А я там не помню насчет букв. Ну ладно, вот так обозрел. Москвич 412. Ретро-классика. Вот тут снова самолучик, это всякие крупы, каши и белок, яйца, как мы говорим, творог, кефир, и мед. Он хорошо восстанавливает силы на эти потраченные. Ну и мышцы, наверное, все. Мышечная масса, самолучка, кефир, всякое такое молоко. Другими словами, крупы — это медленные углеводы для восстановления мышечной массы. А то они разрушаются после сильных тренировок. Теперь все болят, а теперь не буду много дней заниматься. Не буду много дней. То еще весь травмировался на последнем, на крайнем занятии. На тренажерах, на этих всех, кто они там, перекладины, обрусья, шведская стенка и т.д. и т.п. Силовые тренажеры, перекладины, брусья, шведская стенка, турник, ну все это вообще турник называется, и силовые тренажеры, вот на них и травмировался, и мышцы, и микротрещины, как говорится, появляются. Они должны восстанавливаться, эти. Белок. На белка много есть. И медленных углеводов. Все, будем восстанавливаться. Несколько дней. Я посмотрел много видео в интернете, обучающих и так далее, что надо восстанавливаться много дней. Теперь не каждый день нельзя заниматься. Это вредно для мышц. Им нужно время на восстановление, несколько дней. Минимум, говорят, 2 дня, 48 часов. Это минимум. Это минимум. Вообще, говорят, нормально, максимум. Ну, самое нормальное — заниматься 2 раза. 2-3 раза в неделю. Вот и будем отдыхать пару дней. Тем более, сегодня работал. Все, всем пока. С вами был Игорь Петрович. На ЗОЖ пока что. Здоровом образе жизни. Вновь. И на полезных продуктах питания. Неполезные продукты питания я опять снова исключил. Фастфуд. Быстрые углеводы, которые. У меня и так из-за них много проблем со здоровьем. 20 до 30 лет приобрелось. Поэтому приходится исключать по медицинской столовой диете 0,5 всю жизнь. Стараться. Ну не всегда бывают срывы, но стараюсь. А то поддерживать. А то... Добиться, я говорю, результата – это одно, это еще более-менее возможно, а удерживать его всю жизнь, как всегда говорю, это целое искусство, наука. Это сложнее намного. Удерживать достигнутый результат всю жизнь. Одно дело – достичь, а второе дело – удерживать его всю жизнь. Даже на шоу взвешенные люди, они говорят, сперва для шоу только похудели, все, а потом…
снова располнили, как с шоу уехали и вернулись к прежнему. Жизнь не так, что все это фигня, и не верьте там телешоу этим и так далее. В реальной жизни. У меня вот Игорь Петрович, Реал Лайф, только все из реальной жизни. Все, всем пока, с вами был Петрович. Мне уже вот 40 лет на 2022 год. На 2023 будет, сейчас 39. В апреле 2023 года мне будет 40 лет. Все из жизни. Я и полнел в жизни, и худел. Сейчас стройным стою снова, возвращаюсь. Но мышцы уже немножко потеряли эластичность. Я вот восстанавливаюсь. А их снова разгреваю. Тело вспоминает все это. Ладно, всем пока, с вами был. Потому что когда-то я усиленно занимался, и вот сейчас тело все вспоминает. Постепенно пытаюсь сделать упражнения, которые я делал раньше. У меня самые, говорю, лучшие жизни. В жизни, в лучшие в жизни, в моей жизни. Года были 2014-2017 года. 5 лет назад, когда я усиленно занимался. Потом, когда девушка снова отказала. Сначала я думал, я давай силку. Ну, тогда пришел полным к ней. Решил, ударился в спорт, когда мне отказал первый раз. И все это говорят, так, ну это может такая судьба, я не знаю, верю, не верю в это. А похудел, ну я не из-за того, что думал, что получится, нет, просто сам организм требовал того, когда мне отказало, ударился в спорт. Не как некоторые там кончают жизнь самоубийством и так далее. А я мой организм искал, чем занять себя. Ну, это пережил такое в жизни, как это сказать, потрясение, да. Вот он занялся спортом, ударился прямо. Потом, когда снова пришел к ней, она вновь отказала уже второй раз. Мой организм забил на все это. Но сейчас вот снова решил 2022 года снова заняться. Ну ладно, всем пока, с вами был Игорь Петрович. 10-й раз уже. Главное, что осталось в подарок, это навыки, опыт и знания. Вот это вот. Все, всем пока. Приобретенные с годами, так сказать, навыки, опыт, знания в тренировках, в похудании и так далее. Вот. Поэтому главное вот это вот все осталось. И на этом спасибо. Все, и вам тоже всем спасибо за внимание и до свидания. С вами был Игорь Петрович. До новых видео. Сейчас сегодня вот поразмышлял немножко. Ну ладно, все, всем пока. Вновь поразмышлял, давно не размышлял. На разные темы. Сегодня была тема здоровья снова. И правильного питания. Здоровый образ жизни и правильное питание. Ну, это популярная тема. В интернете профессионалы об этом делятся. Много можно найти в интернете информации. Все, всем пока. С вами был Игорь Петрович.